Собачка, собачка, скажи, пожалуйста, собачка, собачка, а где здесь улица, лобачка, лобачка? А то никак я не найду. Задумалась собачка, ты ж не поймешь, коли скажу я по-собачьему. И стала носом в правую сторону покачивать. Пойдем со мной, я доведу. Идти нам неудобно по ледяным да по колдобинам, колдобинам. Мы осторожно ставим ноги наши, ноги наши, ноги, чтоб не поломать. Места здесь неухоженные, промзоны железнодорожные, дорожные. Здесь ходят немцы отмороженные и по-немецки говорят. Собачка, собачка, чего-то долго нету улицы, лобачика. Мы правильно идем, собачка, собачка, а то совсем уже темно. Задумалась собачка, наверное, раньше надо бы поворачивать. Мужик, а что тебе на улице, лобачика? Пойдем-ка лучше ко мне домой, дом в фабрику в Обаевско. Мне в дом конфет 8 марта надвигается, в подарок женщинам чего-то полагается. Вот я конфет хотел купить, ну а плюй ты на конфеты те. Дарить конфеты никакого смысла нету те. Вот ты всю жизнь дарил конфетки, конфетки, а до сих пор живешь один. Собачка, собачка, признайся, ты ж на самом деле не собачка. Ведь ты ж на самом деле Лена, Лена Данченко. Не бойся, я тебя узнал, расплакалась собачка. Мужик, ты правда помнишь Лену, Лену Данченко? Ее уж 40 лет как и нет. Данченко, на 40 лет ты опоздал, и вот они, обнявшися, друг друга радостно узнавшие, обнявшися, про детский сад расвоминавшися, куда-то медленно придут в Бермудском треугольнике, там, где мелькам видат сокольники, сокольники, там, где бесследно исчезают алкоголики. Быть может, счастье найдут.